я думаю, ни для одной политической силы, которая уже выступала. Вот, все абсолютно единогласно, я надеюсь, это не назовут потом свадьбой, высказались за то, что Николаеву просто необходима перезагрузка городской власти. Потому что с тем городским советом, даже вот сегодня выступил новый кандидат в мэры, народный депутат, который сказал, с этим городским советом работать невозможно. И любой другой мэр, который придет, будет обречен на то же самое. Относительно того, что я могу сказать о себе и... о тех людях, которых я поддерживал перед выборами, в том числе Сенкевичу. Сенкевич при мне, вот даже за последние месяцы, очень много ходил по округам, притом по округам не по моим, а по округам депутатов, которые его критикуют, оппозиционных к нему и так далее. Спокойно общался с людьми и никого не боялся.